Народ, всем привет! Привет! Мы сейчас находимся на станции метро Саляхальдин. Здесь находится небольшой такой уютный риф-молл. Мы когда-то здесь жили, в прекрасном отеле Ойо. И в риф-молла, смотрите, какие уютные кафешечки. У меня впечатление, что мы во Вьетнаме или в Таиланде. Ну, идемте прогуляемся чуть-чуть. Обязательно посетим риф-молл сегодня. Смотрите, вот цены делим на 37. Покрывало. Да, покрывало. 60 дирхам, 110 дирхам. Расцветка вырви глаз. Да. Может, кому-то нравится. Ну, вот такой рыночек напротив. Как говорит несколько наших друзей, хотелось бы увидеть восточные рынки. Но это такой типичный, скажем, восточный рынок в Дубае. Да. Он восточный, он в Дубае. Такой он как немножко стихийный. Чего? Магазинчик. Хотя это магазинчик, да, кстати. И рубашки такие, цвета красивые. Ну, у нас эти всего лишь 10-15 дирхам. Такие свитерки, не знаю, хорошие или ничего не сделаны. Футболочка 15. Цены, смотрите, в комментах. Вон по 5 дирхам футболочки лежат. А вообще не хорошие. По 10 штанин. Ну, я же не трогаю. Я не говорю, что они плохие. Даже пошиты хорошо. Вот, 10, 5 дирхам, 50. Что-то за 3 дирхама даже есть. Ну, вообще, можете заходить, смотреть, вам только будут рады, никто вас не будет там говорить, давай, покупай. Вон за 10, кстати, прикольная зеленая футболочка справа от оранжевой. Ага. Классно. Вот, смотрите, какая розовая рубашка красивая. 15 дирхам стоит. Не-не, все, что делается вот здесь, вот в Дубае, делается качественно. Очень хорошие футболки. И в Центрпойнте мы вам показывали видео в Дубае, Молли. И вот в таких вот рыночках, маленьких магазинчиках, и даже бывает стихийно кто-то, помнишь, в переходе мужчина стоял, продавал, да, фальшивые майки Nike, вот такие, но качество было отличное, просто там люди шли, особенно местные, и покупали. Но там тоже что стоило, 10 дирхам футболка, 15 на 2. А вот Reef Mall, смотрите, какой он красивый, большой, сколько стоит велосипедиков. Мы сейчас перейдем дорогу и покажем вам сам Reef Mall. Ну, в общем, все, ставьте лайки, подписывайтесь, идем в маленький, уютный молл Дубая. Так, перебрались на другую сторону, переходим дорогу, идем в Reef Mall. Там молл кажется, что он маленький, он по сравнению с другими моллами, конечно, маловат. Но вообще так молл нормальный. Вот я не знаю, Наташ, он меньше, чем наш Джимми в Эляйне? Как ты думаешь? Не знаем, меньше, да? Меньше. То есть у нас даже в Эляйне молл побольше, чем Reef Mall. Но он очень симпатичный, уютный. Сейчас вам его покажем. Кстати, пока идем в Reef Mall, здесь такие карточки лежат, да? Русо Туристо, Облико Морали. Не надо по ним звонить ни в коем случае, если вы не хотите себе проблем. Reef Mall. Заходим. Вот. Здесь есть Gold Gym, известный тренажерный зал. Кафешки, всякие разные бутики, магазинчики. Вот Эль Майя, это там как Карифорчик, можете купить себе еды. И небольшие эскалаторы, да? Смотрим, насколько действительно эскалаторы небольшие. Мне кажется, я помню, где магазин. Не, вот то, что люди там писали какие-то. Люди писали какие-то аутлет-магазины, нашли очень недорогие. Ну, посмотрим сейчас. А мы хотим найти наше любимое кафе Gloria Jeans и попить там кофеек, да? Ну, если вот мы есть, утверждаем просто, это самый вкусный кофе в Эмиратах. Вот. Нет. Нет? Нет, Каны кафе, или как мы пили, в мангровом лесу. А, еще в мангровом парке было очень вкусное кофе, мы не снимали, а мне понравилось больше Gloria Jeans. Оно крепче, да? Просто, да. А вот, фу, слава богу, оно на месте, оно стоит. Потому что мы где-то тоже очень хотели найти Gloria Jeans. Когда отыскали, кафе было закрыто. Ну, да, было. Из-за этого периода, к сожалению. Вот такие платьишки симпатичные. Вон, та же даже заинтересовала. Значит, реально симпатичные. Чистые бейсболочки. Чистые. Ну и вот сама кафешечка. Мы когда здесь жили, помню, недельку уютненько. Сидели здесь и пили кофеек. Сейчас покажу вам цены. Выберем себе, наверное, что-то покушать. Я помню, здесь очень вкусные бутерброды. Hello! Вот такие вот вкусные бутерброды здесь есть. А how much sandwich? Sandwich 21. 21, да, я помню, 21. В зависимости по бутербродику. Еще есть шаурмишка, всякие маффины. Маффины по 15. И возьмем кофеек.
Пирожное два. Carrot кейк. 23.50. Наташа очень любит такое. Давай одно возьмем, может. Или, о, чизкейк 23.50. А, здесь все пирожки по 23.50. Шоколадная 19. О, какое суши вкусное шоколадное, наверное. Выглядит, по крайней мере. Да, выглядит очень вкусно. А это микадо. О, смотри, какой-то. Вообще по 3.50, как зебра. Мини-донация. А кофе? Вот кофе здесь вкусный. Не знаю, Наташе больше понравился в Манграу. Ну, согласись, что здесь же тоже классный кофе. Да. Кофе от 18 до... А, это 18 максимум. Ну, а если вы берете большой сайз, 21 будет. Да. Вот сейчас выберем и закажем. Я хочу просто американо, наверное. А я капучино. One капучино? Только большой я хочу. Big капучино, one американо middle. Какой бутербродик будешь? Бутербродики будем? Ну да, надо покушать что-то. А, тогда турки, наверное. Подожди. Ну да, ты тоже думай. Или чикен барбекю, или турки, что будешь. Я буду турки, индейку. Турки, я тоже турки. Two turkey sandwich and make it hot, please, if it's possible. Как, и какое пирожное будешь? Давай, выберемся. Ну, я хочу с тобой напополам съесть. А, вот это давай. Какое ты хочешь? Наташа мечется между вот этим Glory and Jeans и чизкейком. Чизкейк может давать все-таки. Чиз, мусс, это мусс тоже. Это мусс, то есть он очень легкий. Ну, давай вот такой. По 19, он что-то самый дешевый. Да, самый дешевый берем. And one choco mousse cake. Окей, how much total? О, мне ж платить надо, держи, да. А что за special offer? Okay, непонятно. One mousse cake for turkey, one regular americano and one cappuccino cold. Ты американо? Да, я американо. 98. Сколько стоит? 98, нифига себе, 98. Вот так вот. Вот так вот, так что можно даже со Старбаксом сравнить. 98 и $27. А, ты уже не смотришь. А водичка почем? У меня есть водичка. Не нет, а сколько стоит? А how much water? 750. Ого, 750. Сделай видео. Я делаю видео. А, я думаю, я не прекращала. 750. Это очень дорого. Это дорого. Все, идемте сядем чек на наш возьми. Любимый столик. Если он свободен. Да. Мужчина ушел оттуда? Нет. Сколько ты заплатила? 98. Ух ты, ух ты. Если садить, надо, чтобы убрали это. Ну, уберет. Да. Самый прикольный столик, потому что можно сесть и просто вот смотреть на Дубай. Как машинки едут, как это. А водичка у нас есть, в принципе, слава богу, так что. Ничего страшного. Вот посмотри, это еще тут реклама Glory Jeans. Если вы пробовали, ну, напишите ваше мнение. Тут кофе достаточно крепкий и очень вкусный для усилия. А что ты сказала слово реклама? Покажи эту рекламу. Да, ты сказала, это реклама. Ну, в смысле реклама Glory Jeans. Мы не рекламируем. Ну вот смотрите, принесли уже нам наш заказ. А, то есть то, что мы покупали за 21 дирхам, это на самом деле 2 бутерброда. То есть мы нормально должны накушаться. Взяли бутерброды с индейкой, Наташа кофе капучино, большой, не американо, маленький. Такие вот фирменные салфетки прикольные, Gloria Jeans и пирожное. Да, Gloria Jeans, переводится джинсы Gloria Cafe. Интересный перевод такой. Сейчас сходим, помоем руки и будем сидеть, наслаждаться вот таким вот видом. Ну, прикольно так сидеть здесь. Потом, конечно, походим по молу, покажем вам, что за рифмол такой небольшой. Ну, конечно, 98 дирхам, народ, где-то $27, это прилично за такое вот вдвоем покушать. Ну, это Дубай. Да, Дубай, когда заходишь в мол, достаешь. Например, у нас в Ильяне мы знаем кафешку в нашем Джимми Моле, там 5 дирхам кофе стоит. Турецкий, вкусный, но кафе это уже закрылось, к сожалению, из-за ситуации в мире. Так что надо искать новые варианты, где экономить. Найдем и вам покажем обязательно. Так что оставайтесь с нами, а мы пока покушаем. Вот, мы уже почти все докушали. Пирожное было просто мега вкусное, да? И кофе здесь таки хорош, скажи. Очень хороший кофе. Я ж пью капучино с молоком. В принципе, можно молоком все американо нивелировать. А я попробовала американо, очень вкусный, насыщенный, не горький. И не то, что, знаешь, это капочка кофе на воде воды. Очень вкусный кофе. Да, реально достойно. Ну, сейчас да. Хотим показать нашу покупку. Мы купили это в магазине Gift Village. Смотрите, сколько она стоит. Знаете, сколько? 5 дирхам 25 филсов. То есть где-то 36 гривен.
Это вообще, это копейки. И в следующем видео мы покажем вам полностью этот магазин. Магазинов таких, в принципе, туча по Дубаю и Day to Day, что-то One by One, что-то вот такие магазинчики да. есть. В общем, заходите, смотрите цены, вы сразу их определите. Gifts Market, что-то такое, вот это оно все. Да, да. Ну, то есть мы не одну сумочку купили, чтобы вы поняли, там еще куча всего находится. Ну, там же находится. Вон, оно же набитое. Вот, да, то есть. Переместила, чтобы в кульке не таскаться. Ну, скажем, у нас в Ильяне такие цены, не скажу, что мы можем найти. Можем поискать. Ну, карамуйте, но там я не понимаю, что такое. Есть магазины, но вот именно вот таких мы не видели. Таких вот дешевых, классных, прикольных. Нормальная пляжная сумочка. Да, нормальная пляжная сумка за 5 дирхам, за 36 гривен. Что-то оригинально, джинса, типа, посмотри. Я тут не могу разорвать, потому что, ну, уже приеду, это классно. Ну, вот сейчас посидим и пойдем вам покажем вот самый, скажем, маленький и уютненький молл в Дубае. А Дубай молл, самый большой молл не только в Дубае, в мире. Да. Так что да, вот просто покажем и сравним. На самом деле мы вообще здесь по делу проходили. Да. Ну, дела мы здесь закончили. Скоро будем ехать уже в наш Ильян, в Эмират Абу-Даби. Ну, а пока прогуливаемся, наслаждаемся видами Дубая, которые нам очень нравятся. Ну что, покушали мы уже, отдохнули, будем выходить. И сейчас, кстати, сразу попадаем в зону магазинчиков. Надеваю масочку. О, смотрите. Зона аутлет, зона Zero Outlet. Типа как бы нулевые цены. Здесь есть много всего, сразу скажу. Качество может быть разное. Может быть офигенно классное качество и низкая цена, и может быть чуть подороже. И качество так себе. Вон есть что-то по 99, по 27 долларов. Вон багажики есть, всякие сумочки. Эскалатор вверх. Ну, давайте пробуем зайти посмотреть, что у нас здесь такое. Ну, кроссовки разные. Естественно, какая-то фирма Sergio. Ну, не знаю, ни Adidas, ни Nike. Наверное, никто эту фирму не знает. Вот, дальше идем. Есть всякие бижутерии, бижу. Ну, даже что-то заинтересовало. Багажик, наверное. Привет, это я. Всякие сумочки тоже есть, кошелечечки. Даша, ты говоришь, какие-то ароматы видела, которые, скорее всего, дороговато будут стоить, а через дорогу они стоили по 10 дирхам, по 2,7 доллара. Ну, можно ради прикола подойти спросить, но вы же понимаете. Ну да, это мол, здесь, наверное, за место уже ты заплатишь. Ну вот просто, не, ну я так хочу быстро цены посмотреть, так. А вот тут написано, смотри, ну вон, давай зайдем глянем. Если выгонят, так выгонят, ну что здесь снимать не разрешат. По 15 дирхам купальники. А Наташа не хотела заходить. Ну смотрите, футболочка по 20, шикарно. Окс, а вот смотри, какая прикольная пижамочка, да? Чего это пижамка? Это не пижамка? Не знаю. Боже, думала пижамка за 49. Хотя, такая симпатичная. Вон, по 25 есть вещи. Штаны Кока-Кола, прикольно. Вот вы слышите, играет призыв к молитве. Неплохие. Неплохие штанишки. Купальники по 15. Видите, Наташа заходить не хотела, а сразу так как-то. Тащи, Наташу, да. Отсюда, хватит. Ой, боже, платьишко. Я хочу такое. У тебя же есть похожее черное какое-то. Мы покупали все. Тебе. Решено. Все, Наташа здесь уже шопится. Джинсы прикольные, комбинезончики есть, кроссовочки. 69. Это же вообще ни о чем, Наташ. Бери, я думаю, что тебе надо взять. Ну, пока Наташа борется с вешалками. Поставьте лайк, если Наташа победит в конце концов. Нет, смотрю, что похоже, там очень все запутано, там столько висит. Наташа же две вытащила. Ну, это не была бы Наташа. Поэтому лайк можете смело ставить. Смотри, видишь, она цепляется просто и все. Капец. Какое ярко. Ну. А, их два просто, они как были сцеплены. А, слушай, они яркие вообще, ну, приложи к себе. Наташа, я считаю, это... Это судьба, да? Надо брать, и, по-моему, там две Наташи влезет на это платьишко, не? Не, нормально. Не, нормально? Нормально. Я считаю, что надо брать. Все. Ладно, давайте посмотрим, что здесь еще есть. Кофточки за 39, симпатичные. Ну, так не буду вам сильно показывать. Вот я не Наташа, у меня как-то не получается бороться с кофточками. Рубашки 49, джинсовые, ну, не знаю, я помню... Покупала в H&M в Дубае Молле за 30, по-моему, на распродаже тогда были. В этот раз мы таких распродаж конкретно не видели, ну, в H&M. Поэтому сняли Center Point, там были вот цены, как они есть. Маечки за 19, еще вон маечки за 19. И вот такие маечки за 12, кстати, в Дубае Молле в Center Point было. Мне нравится вот такой цвет, смотрите. Вообще очень красивый.
Что еще здесь можно показать? Ну, давайте глянем. Кроссовочки. Всякие вот такие ароматы, конечно же, которые надо распаковывать и нюхать. Но они могут вам не понравиться. А по 195 не знаю. Это должны быть скетчерсы, чтобы они столько стоили. Это была распродажа. А вот, кстати, скетчерсы. А это хорошая цена. За 195. Я свои скетчерсы удобнейшие купила за 199. В Дубае, кстати. Вот, 125 Nike. Это New Balance, прошу прощения. Ну, это тогда еще так нормально. А вон и Nike есть. Где-то вдалеке, по-моему, я там вижу, или Adidas. Тут скетчерсы 195. Тапочки очень прикольные за 10 дирхам деткам. Как подарочек будет просто классный, напоминает кроксы, да? Ну, интересные такие. Дальше давайте посмотрим, что здесь есть. Разные просто модели, вообще вот такие вот кеды США, прикольные. Ну что по ценам, допустим, я даже не знаю, почему-то здесь... А, тут, наверное, стоит 99 цена, и они все по 99. То, что я через витрину увидела, 99 это $27. Вот я вижу, это не Скетчерсы, какая-то другая фирмочка. Очень яркие кроссовки. Это классно, мне очень нравится. Вот такие кедики есть. Bad Boy. Bad Boy. А почему же Bad Boy? Ага. От 50 до 75. Ну, я не знаю, как качество. Вроде как нормальное. Слушайте, как для таких, по-моему, нормальная цена. Это Convince, это не Converse. Не путайте. Видите, как хитропопенько сделали? Ага, так что совершенно получается другие кроссовки. Нет, суть Nike я здесь не вижу. Обшиблась. И это не Adidas, это не знаю. 6 полос, это какой-то двойной Adidas. Нет, это просто другие кроссовки, но я же говорю, не значит, что они будут худше качества. Цена, простите, от 50 до 75, очень классная. А вот эти вот такие, как я бы сказала, мокасинчики даже, 75-125. Дальше есть всякие уже ботиночки, сумочки, ну давайте сумочки глянем. Вот по 135 всякие кроссовочки. Женские по такие классные, как одуваны прям за 99. Ну, видите, в первый же магазин свернули и уже застряли здесь. Удивляет, что Наташа застряла. Она обычно так не очень такие магазины. Так, посмотрим, что у нас здесь в сумочках. А, сумочка фирма Каприса. Каприса, да, такая вот фирма интересная, капризная. И... По 75? Серьезно? Нет. Вот это вот 125 лимонненькая. Симпотная. 125. Хорошо. Вот такая вот сколько. Ай-яй, не ясно. Ну, что ж вы, народ, не кладете? А вот это 125. Нет, я думала, что эти вот все по 125, значит. Возможно, 75 какие-то маленькие. Хорошо. Ну, вот такая вот сумочка висит симпатичная. Сколько она будет стоить? 99. Угу. Замок такой загадочный. И вот это вот 99 черненькая. А вот это 59. Ну, скорее всего, какая-то спортивная косметичка, я бы даже ее назвала. Ну, тихо, дорогая, что ж так падает-то, не надо. Вот чуть я уже прям не перелетела через этот столбик. Вот за 99 черная сумочка. Ну, что еще вам показать, друзья мои? Вот что, это размеры. А цена, а это последняя пара, 25 дирхам. Ну, давайте что себе посмотрю, здесь есть что-то. Блин, вот такой вот разве что я бы удобная спортивная. Это не мой размер. Но 25 это круто. Вот такую вот бешнуровочку очень любят дети одевать. Ну вот прикольный 40-й мой размер. У меня такая немаленькая ножка. Ну вот, видите, можно и такое найти. Последняя цена. Только какие-то симпатичные, но какие-то уже, видите, вообще уже все уже... об это облезла. Может, они очень крутые, но на самом деле стоят 25 дирхам, потому что все уж такое страшненькое. Вот такое можно найти, если последний размер. Надо будет Наташу сюда позвать. Может, мокасинчики захочет себе. О, а вот и Наташа. Ну что? Слушай, классный магазин, когда я не могу найти Наташу. Не говори. А смотри, тут этот Saint Oliver, это же хорошая фирма, в принципе. Ну, неважно. Где-то ее увидела, кстати. У меня духи такие есть, если честно. Я хочу сказать, что надо померить. 49 дирхам. А ты знаешь, там есть еще мокасинчики, последняя модель, смотри, типа за 25 дирхам. Ну, помери, конечно. А мне вот эти джинсики нравятся. Класс. Посмотри, какие.
Ну куда? Ну просто, ну вот какие-то симпотные. А вот это я хочу домой, но это 25. Ну да, давай померишь, посмотришь. Слушайте, но если не могу найти Наташу, опять-таки говорю. Хороший магазин. Маечек здесь очень много. По 29 еще есть маечки. Ну хорошо, ищи. Опять-таки, а ты не хотела сюда заходить? А купальнички посмотрела уже? Нет, там. Вот, кстати, мы увидели все бренды, которые представлены в этом магазине. Ну что, узнаете какие-то? Вот, Sisley точно такой популярный бренд. Какой еще есть? Ну, тут этот Оливер. Оливер. INC, по-моему. Альфани. Альфани, мы много Альфани покупали в Brand Forest. Серьезно? Да. Вот поиски по 19. Все, Наташа уже взяла вещи, идет в примерочную. Пройдемте. Наташа пошла в примерочную и обратила мое внимание на футболочку, а? Роберто Кавалли. Роберто Кавалли 220. Ну, прикольненько. Ну, в Brand Forest тоже, по-моему, были Роберто Кавалли, но мне кажется, дешевле было. Так, Наташа в примерочной. Пока жду Наташу, кстати, покажу вам. Такая детская комната классная. Здесь играют детки, посмотрите. Вообще просто... Настоящий краник, такая плита, кухонька, класс. Если меня в такой детской оставляли бы родители, когда шли на шопинг, я была бы очень рада. Посмотри, какая детская комната. Наташа вышла. Ух ты. Ух ты, какое, какие у тебя штанишки классные. Большие, да? Не знаю. Там я дома хочу. Ну, бери домой ходить, не знаю. Ну, большие надо меньше. А ну, надо меньше, значит, бери меньше. Че, какая классная детская комната. Не хочешь мне принести? Ну, я же не знаю, где они. А, они вот где купят. А давай ты пойдешь, а я посмотрю, что никто ну, не занял. Я в этом, не вот и быстренько. Зараза. Не, ну я откуда знаю по такому магазину? Не, ну как я буду бегать выбирать? Я там помню, где на эти штанишки брала. Я лучше посмотрю за раздевалочкой, чтобы никто ничего не занял, правильно? Смотрите, какая прикольная акция здесь оказывается. Да? Да, действительно. То есть, если вы покупаете я что-то, покупаю. Допустим, вот Наташа берет штаны по 25, она может взять что-то бесплатное еще там. То есть, тут акция 1 плюс 1. На такую же сумму или меньше. Это стоит 25. Если сейчас она возьмет, допустим, на 30, просто она заплатит за вещь, которая стоит 30, а возьмет за 25. То есть, вообще очень клево. То есть, она может сейчас футболочку взять какую-то за 25 и меньше. Или она хочет две пару штанов взять. Тоже хороший выбор. Бери Кока-Колу. Хочу. Да, ну то есть вообще класс. Если сейчас возьмете, допустим, такой вот пиджачок за 49, а можете взять что-то еще за 49 или меньше. Или, допустим, какую-то еще кофточку за 39. Слушайте, ну прикольно. Это стоял человек, менеджер, он подошел, нам сказал. Я возьму. Все, вот за 25 теперь Наташа берет двое штанишек. Буду со вот и в них будет смешная дома ходить. Прикольно. Не, вообще отличненько. О, Наташа уже какие-то нашла ароматы интересные. Ну так и да, эта акция действует. За 25 двое штанишек, прикольно. Мужчина стоит, всем рассказывает. Чего сразу просто не повесить? Это какой-то аромат? Да, я его хотела понюхать. 55, но это недорого. Откуда ты про него слышала? А я какая бутылочка начитала. Это старый аромат. Старый арабский аромат или честер? Нет, это Фриса, вот, наверное, может, про это-то вот лет и говорили, что здесь ГС продаются, вот это вот. И что люди писали отзывы, и мы почитали, хоть мы в этом моле и были. Про Рифмол люди писали отзывы, что мы зашли в аутлет и накупили там целую кучу всего, в том числе и ГС. Вот здесь вот фирма ГС стоит в ароматах. И вообще, говорит, очень классно, много вещей накупили. Мы думаем, что это про это-то вот лет они сказали. Я тоже ну, как по ценам, у тебя тот же Давидов Cool Water 75, вообще нормальная цена. Можешь на меня набрызгать моим любимым в прошлом ароматом, когда еще все было так недоступно. А единственное, так что я себе могла позволить, это Давидов Cool Water. Вот этот вот. Вот этот? Да. Ну, розовый первый раз вижу, я хочу. Ну, да, брызни вот сюда, вот давай. Сейчас Таша сама проверит. Да, нормально, давай. О, шикарно. Сейчас походим, посмотрим. В принципе, за 75 так недорого. Я уже оделась. Фух, прохладненько в моле. Вот, ну, выходим уже отсюда и такие попробуем вам показать мол.
Давидов Cool Water пахнет вкусненько. Давидов Cool Water. В общем, сейчас посмотрим. Если будет вкусно пахнуть, может, и себе куплю. Конечно же, всякие такие браслетики, фигетики. Мисты, очень много мест. Thank you. Говорят, из Таиланда. Ты слышала? From Thailand. Они из Таиланда чисто привезли. Все может быть. Смотрите, кстати, какой мол безлюдный, да? В Дубае моле тоже. В этот период туристов мало, людей мало. О, какие прикольные штучки, смотри. Handmade. Ну, давайте посмотрим. Вот я понимаю, основной вход. Такое сердечко здесь. Ну давай идем, идем посмотрим, глянем. О, вот спорт фэшн. О, мне сюда. Да нет, честно, заходить не буду, наверное. Хотя можно глянуть, ладно, давайте. Ну так примерно глянем, сравним, почем футболки. От, hello, от 9 даже есть. 9.19 до 89. Выбор широкий. Тапочки вьетнамки по 15. И дальше, и дальше, и дальше на ваш размер, вкус и кошелек. Вот, скажем, такую большую обзорку делать не буду, но, скажем, везде вы можете в молах найти, посмотреть, подходит цена, берите, а не подходит, не берите. Все. Ну, ладно, поехали. Поедем мы наверх. Поедем. Мы тут уже столько ходим, мы оттуда пришли, чего же мы туда пойдем? Нет, мы отсюда с половинки пришли. Да? Да, там еще. Что мы уже столько ходим по этому молу? Часа 4. Ага, вон, зал Gold Gym, знаменитый. Здесь начинаются и фудкортики. Вот он, кафе. И немножечко других таких уже более аутентичных, скажем так, можно какую-то филиппинскую еду заказать, да, чи китайскую. Папис, не знаю, Мари Брау, не знаю. Ну, вот такая. В общем, тут не Макдональдс, тут кафе, я перепутала немножко. Ну, идемте посмотрим, что вообще на втором этаже есть. Конечно же, есть карта, смотрите. 3 этажа, ground floor, первый и второй, так что мол не такой маленький, но вообще, как для дубайского мола, он небольшой. На втором этаже намного теплее. Так, ну что? Да, давайте обойдем, покажем, что здесь происходит. Ну вообще очень прикольно, потому что вы знаете, людей мало, да, это мы прикалываемся. Вот, все время подходят, пытаются на вас брызнуть, думают, что вам понравится запах. Но так пару раз на вас брызнут. Свисарабиан среди наших людей популярен. Популярен, да? Да, я, кстати, не нюхала. Ну, просто так каждый продавец, понятное дело, что человек хочет продать свой товар, но 10 раз на вас брызнут, у вас уже будет 10 ароматов. Так и разных, скорее всего. Брызгали. И, скорее всего, у вас закружится голова. Вот мы дошли уже и прошли. Смотрите, а. Наше кафе Gloria Jeans, и уже прям выход. Вот люди там сидят, все хорошо у них. Вот детская комната. Ну, кстати, вроде работает. Ну, как-то здесь не в круговую, это надо вернуться, если мы хотим. Да, пройдем. Идем. Идем, пройдем. Идем, пройдем, ну. Ну, видишь, слушай, магазины, наверное, позакрывались. Да, наверное, магазины, к сожалению, ребят, позакрывались. Напоминает чем-то наш самый арабский мол, ремол-мол, да? Ага. Вот красивый мол, хороший, уютный, но не в правильном месте. Много магазинов не открылось. Да. Стоит надпись opening soon. Много магазинов закрылось в этот период. Ага. Зато, честно, я скажу вам так, здесь комфортно гулять. Вот когда сильно жарко, приходите погуляйте. О, Наташа все-таки соблазнилась, зашла. Зашла понюхать ароматы. А, покажу сейчас. Да, людей. Жаль, людей совсем мало. Ну, мы сняли одну ароматную распаковку, показали магазин Junaib в Дубае Моле. Здесь тоже красивые ароматы. Как он называется, сейчас вам покажу. Swiss Arabia. Наташа говорит, среди наших людей очень популярны. Ну, наверное, подходят нашим людям эти ароматы. How much is this? Ну, вкусненько пахнут. Мне такой, знаете, приятный запах. This one, madam. Ого, 180. This one, one open. But you get discount. Ну, так, приличненько стоит. Что я могу сказать? Вот, кстати, это вот бахурница или укурница.
За два 285 за два аромата. Мы уже, по-моему, такой шопинг сделали просто, что... Ну, Дубай мы запомним надолго. Смотрите, какие красивые бутылочки. Ну, говорят, будет держаться 3-5 дней, даже если вы свою одежду постираете. Ариш Аль-Шейла. Ну, такой арабский хорошенький аромат. Арабский карамель? Не надо. Уже на русском. 3 дня. Very good. Вот, человек пытается по-русски говорить. Молодец, умничка. 265, 20% дискаунт, скидка. Наташа все-таки не сдается и нюхает все ароматы. Ты ничего не будешь брать сейчас? Нет, я сейчас это понюхаю. So today you have for all 20%. 20% discount you have? If you buy more than 250. Ага, значит, если вы за больше, чем на 250 купили, будет 20% скидка. Ну давай, уже трай так трай. Все равно мы покупаем. Значит, пробовать. Ну это хорошо, можно всегда скидки спрашивать. Мы в Арабиан Ут, помню, спросили, нам дали скидку. То есть очень, очень странно, что в магазинах можно торговаться, но это прикольно. Наташа сейчас нанюхается, не знаю, как она это делает, но она вроде как все. Говорит, если вы душ примете, все равно вы будете пахнуть. В общем, тебе понравился этот вот розовенький, да? А голд? Розовенький за 105 тебе gold, понравился. Gold. Девочка достать не может, просила молодого человека. Она может, зачем? Зачем нужен? Говорит, ну хоть один возьмите, у вас будет скидка. Наташа нюхает и нюхает. Thank you. Okay, thank you. We will try and back. В общем, сказали, что мы понюхаем и вернемся. Ну, не факт, конечно. Ну, короче, довольно-таки много купили может, ароматов. Да ну, это уже перебор идет. Да, уже что короче, перебор. Короче, Swiss Arabian, это как все, ну, может быть, там есть и покруче, и получше, но я не уверена, если честно. Это как нормальные вот эти вот арабские ароматы. И Ахмад Аль-Магриби, и Джунаид. Ну, в общем, ты рекомендуешь сюда нашим людям зайти, понюхать и, возможно, приобрести, если вам что понравится. А почему да? бы нет? Тем все более отлично. Я набрызгалась, надо это действительно, она рассказывает, что он очень лонг-ластинг, это что, долгий, ну, стойкий. Верьте, вы же знаете, что Наташа перенюхала нет, очень а много ароматов. А что верьте? Верьте Наташе, что вы можете зайти и понюхать. А. Это правда, я же не обманываю. А что тут? А еще у нас есть большой плейлист, распаковка и ароматы, где мы ходим, нюхаем и выбираем именно в арабских магазинах. В Эмиратах. Так что посмотрите, если вам интересно. Я хочу сказать, что это все равно лучше будут ароматы, чем вы пойдете вот на эти рынки, которые дорогущие. Да, вас там обманут просто, ну реально. Ну, это не те ароматы, которые стоят внимания. И на рынках там настолько специй ароматов много, что вы, наверное, даже не поймете, что вам дают просто нюхать. Подожди, но я говорю о рынках, которые находятся в дорогих вот этих суках, да. базарах. Вот как с Сук Аль-Бахр, да, и Джумейра Сук. В общем, видео оставлю по СУ, в котором мы были в описании. Посмотрите обязательно. Ну, там такую ерунду предлагали, что просто народ. И в основном. Да, в основном. Не будем говорить за все, но в основном. Сейчас показываю вам дальше. Мол, ну, опять-таки, небольшой. Напоминает чем-то Римол. Даже в нашем Эляйне моле, в Эльджиме моле намного больше людей. Кстати, магазин Дейсо, магазин японских прикольных вещичек, вон есть. Тоже сделала про него видео, оставлю в описании. Мимишечные всякие там игрушки, приколюшки. Рекомендую вам его посетить. Там все, по-моему, по 7 дирхам, по 2 с чем-то доллара. Можете зайти в Дейсо. Ну, вот такой вот небольшой уютный рифмол. Показали вам, как могли. Вы с нами тут и покушали, и шопинг провели, и ароматы понюхали. Ну, в общем, все, что можно сделать в моле в Эмиратах, правильно? Конечно. Ну все, тогда ждем вашего лайка, коммента, подписки, все. Всегда с вами, всем пока, всем счастливо. Пока.